Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим одну из наших последних разработок, дозирующую установку МДП-200L. Данная установка разработана специально для пищевой промышленности и может быть использована для розлива таких пенящихся продуктов, как пиво, сидр и шампанское. Модуль наполняет бутылки продуктом без вспенивания. Установка состоит из транспортера, панели управления, дозирующего блока и емкости с перемешивающим устройством для продукта. Давайте для начала рассмотрим панель управления. При загрузке на мониторе появляется основной экран с кнопками. Переход на экран ручного управления. В данном меню можно включить отдельно каждый исполнительный механизм, а также проверить работу датчиков. Переход в наладочный режим. В наладочном режиме можно откалибровать каждую из дозирующих головок, также настроить работу каждого исполнительного элемента, а также настройки самой панели. Давайте подробнее рассмотрим алгоритм калибровки на одной из головок. Нажав кнопку «Насос 1», появляется меню калибровки, где нам нужно ввести необходимый объем продукта. В нашем случае 20 мл. Подставляем мерный стакан под заранее заполненную продуктом трубку первого насоса. Прокачать его можно через меню ручного управления. Затем нажимаем кнопку «Продолжить». После чего насос дозирует некоторое количество продукта. Далее вводим полученное количество продукта в специальное поле. В нашем случае машина откалибрована, мы вводим уже 20. Если значение соответствует необходимому, жмем ОК. Если же нет, нажимаем «Повторить», после чего цикл калибровки повторяется. Кнопка вызова экрана, информация о компании, производителе. Кнопка «Пуск» запускает линию в автоматическом режиме. Кнопка «Стоп» останавливает ее. В левом верхнем углу экрана отображается текущее время. Внизу экрана отображается количество дозируемых флаконов. При необходимости можно сбросить через меню наладки. В верхней части экрана расположен индикатор текущего состояния линии. Принцип работы установки крайне простой. Бутылки двигаются по транспортеру. Датчик отсчитывает 4 флакона. Срабатывают отсекатели, блокирующие движение оставшихся флаконов. Происходит дозирование. Далее отсекатель освобождает наполненные бутылки, и процесс повторяется. Давайте посмотрим установку в работе и отдозируем добавку 20 мл. В бутылку объемом 750 мл, наполненную сидром.